Начнем наш осмотр Баракая с знаменитого белого пляжа. И немножко расскажу вам про остров. Конечно же, посмотрим с вами все местные красоты. Окунемся в туристическую яркую шумную жизнь. И постараюсь вам поведать о плюсах, минусах. Да и, конечно же, о своем впечатлении пляже и острове в целом. Что ж, давайте вместе с вами пройдемся по замечательной территории этого пляжа. Вообще, хочу вам немножко рассказать в цифрах. Сам остров Баракай находится недалеко от острова Палай. Этот остров где-то в 2 километрах от города Катиклан. Как раз все приезжают в город Катиклан для начала, а потом переплывают на остров Баракай, потому что Баракай невозможно прилететь, здесь нет аэропорта. То есть все приплывают на лодочку, которая идет где-то минут 10-15 сюда. Остров разделен на несколько станций как раз лодочных. Вот, допустим, белый пляж разделен на 3 станции. 1, 2, 3. Я сейчас иду по 2-й. Самый многочисленный, многолюдный. Как вы видите, вокруг много туристов. И вся, наверное, такая туристическая жизнь расположена как раз между 2 пляжами. Это белый пляж, к которому мы сейчас с вами прогуливаемся, и пляж Балабок. Это пляж, который на противоположной стороне, между ними располагается такая туристическая улица с супермаркетами, отелями, кафешками и так далее. То есть именно здесь кипит у нас та яркая, шумная и такая красочная туристическая жизнь, в том числе и вечерняя. Звучит музычка отовсюду. Все купаются, развлекаются и отдыхают. Кстати, Баракай недавно был закрыт на длительный ремонт, реконструкцию и чистку. Здесь за многие годы успешно его засирали туристы и местный бизнес. Теперь по новым правилам попасть на остров можно только в зарегистрированные отели. Ограничено количество доступных для бронирования номеров почти в 2 раза. На белом пляже запрещено курение, распитие спиртных напитков, прием пищи, запрещены разведение костров и также большие празднования. Также запрещена нелегальная деятельность, сувенирные лавки были снесены и многие-многие еще правила, которые пошли на пользу острову. Я бы на этом острове, лично я, да, то есть проводил бы не больше пару дней, 3 это максимум. Но если вы любите именно пляжный отдых, то местное, конечно же, идеально, да, потому что есть и инфраструктура, есть развлекухи различные, ночная жизнь. Кстати, вот еще один пункт, про который я хотел рассказать, да, и, допустим, если вы находитесь в какой-нибудь мусульманской стране, часто это, а даже в той же Индии, то есть вечером все закрыто, вы не сможете посетить, посмотреть что-то. Ну, а здесь, да, можно, здесь вечером будет другая атмосферка, очень весело, играет музычка, бары, кафе, вечеринки, клубы, все это есть. И давайте вернемся к красотам этого пляжа. Пляж с невероятно белым таким шелковистым песочком. Это отличительная черта. Вообще, остров Баракай, я хочу вам сказать, часто входил в списки лучших и островов, и курортов, и пляжей, в том числе в Азии, да и в общем в мире. Остров, конечно же, клевый, но, на мой взгляд, подходит больше для тех, кто любит пляжный отдых.
что, давайте вместе с вами попробуем местную водичку, которая так славится и имеет замечательный лазурный цвет, просто обалденный. Действительно, это просто супер кайф. Что остров ремонтируется, какие-то здания сносятся, а какие-то, наоборот, достраиваются, потому что вот я сейчас иду по центру, везде ремонты, абсолютно везде, шум, гам, стук молотков, поэтому, ребятки, остров еще приводится в порядок, видимо, что запланирован, огромные реконструкции, его только недавно открыли после как раз глобальной такой чистки, поэтому не удивляйтесь, когда приедете сюда. Поэтому, в общем, все остальное функционирует здесь и довольно приятно. Так вот, вернемся к филиппинцам. Здесь все вежливые, все понимают, что приехали люди тратить деньги и всячески стараются вам услужить. Поэтому, ребятки, я вам покажу еще вечерний, обязательно, Баракай. Это очень смешно и интересно. Здесь происходит тусовочка. В общем, вернемся потом к моему мнению, я расскажу про то, что я думаю, в общем, про Баракай и, в общем, про большие туристические такие места. Слов о пляже Балабок. Не знаю, смогу ли я перекричать ветер, потому что здесь ветрено достаточно. Но попробую. Этот пляж очень пустынен сейчас. Никого здесь нет вообще. Куча мусора строительного. Видно, что идет ремонт. Строятся новые отели. Пляж реконструируется. Вообще, он популярен среди виндсерферов, серферов, потому что здесь как раз ветрено, есть волнишки. Но сейчас здесь никого нет, поэтому, может быть, когда вы уже сюда приедете, посмотрев мое видео, здесь уже все будет реконструировано, но сейчас этот пляж, я думаю, стоит вычеркнуть из вашего внимания. Прогуляться по центральной улице острова Баракай, показать вам этот шум и гам. Здесь у нас располагается все тоже огромное количество инфраструктуры. На каждом шагу магазинчики, которые, кстати, работают 24 часа ночные города. Отели и стройки. Ох, эти стройки, ребята. Я думаю, вы слышите. Шум, гам, транспорт. В общем, улица представляет собой типичную улицу из города Манила. Кто был, тот знает. То есть азиатский трэш. Что тут сказать? Ничего тут привлекательного нет, кроме всей необходимой инфраструктуры, которая
обязательно вам понадобится. То есть туда приходить поесть, снять себе номер какой-нибудь, может быть, массажик, если вы не нашли на пляже. Или, допустим, вы хотите доехать куда-нибудь в другую часть острова, и вам нужен трицикл, автомобильчик. Вы здесь садитесь и спокойно доезжаете. Ну, а в общем, сами вы все видите, что эта улица из себя представляет. Ну что ж, давайте перейдем на зону пляжа. Для сравнения покажу, как у нас там происходят дела и движуха. Поехали! В качестве разнообразия я привел вас на пляж Иликилиган. Этот пляж – полная противоположность белому пляжу. Он очень уединенный и тихий. Вы наконец-то сможете оторваться от толпы китайцев и отдохнуть. Сделать здесь кучу классных фотографий и релаксировать на вашем личном кусочке свободы. Недалеко от этого пляжа располагаются пещеры с летучими мышами и летучими лисицами, а также пещера кристаллов, которую советую вам посетить. Мне очень понравился этот пляж, потому что я в основном и отдыхаю на таких диких и малолюдных местах. Здесь никто тебе не помешает насладиться природой, и, конечно же, вы сможете получить удовольствие, умноженное на 2, а иногда и на 100. А теперь возвращаемся на пафосный белый пляж и встречаем такого же размаха закат. Закат, ребята, на Баракай – это что-то с чем-то. Ради этого стоит сюда приехать, поверьте мне, они здесь ядерные, атомные, очень красивые. Я, конечно же, наслаждался каждой секундой такого прекрасного действия. Что советую вам? Давайте смотреть. Thank you.
поснимать вам немножко вечернюю жизнь островка. Итак, давайте немножко пройдемся по улице, посмотрим, как же здесь бурлит, кипит туристическая суета. А она здесь именно так обзрывает ночь. Проложена тут такая приятная дорожка между пальм, по пляжу, между первой и третьей лодочной станцией. А самый кипиш на второй, посередине, естественно. Все есть, все работает до ночи, и ночью тоже работает, ребятки. Абсолютно все услуги, какие вы захотите, какие вы найдете тут. Массажи, салоны, парикмахерские, бары, клубы, кафешки, гостиницы, туры, девочки. Короче, ищите то, что вам по душе. Мальчики. Здесь есть все. Ну, а как здесь не быть? Мировой туристический центр. Сейчас я иду с более такой тихой и спокойной части этого пляжа. Это была третья станция. Иду на первую, как раз вот через вторую пройду, вам покажу, как все это происходит, чем здесь люди занимаются, как это выглядит. Может быть, даже расскажу, как и что стоит по деньгам. Сувенирки тоже. Короче, ребята, здесь можно развлекаться, здесь вы можете рассчитывать на абсолютно все туристические услуги. Кому-то это нравится, кому-то это не очень подойдет, возможно, потому что шумно. Это из минусов. Шумно, много людей, огромное количество толпы. Обычно кафешки забиты тоже. Насчет еды, кстати, хотел вам рассказать немножко свое мнение. Ну, еда здесь есть разнообразная. Это факт. Но лично для меня, мое мнение могло быть и получше в таком-то месте. В таком-то месте могло быть и получше. Конечно, есть вон всяческие там, смотрите, Старбаксы, Макдональдсы, там Subway. Естественно, все это присутствует из брендов мировых. Местная кухня есть и любая иностранная, там мексиканская, марокканская, я не знаю, итальянская, огромное количество, тайская, ну и, конечно, азиатская, очень много, корейская, японская. Почему? Потому что здесь, на этом острове, больше всего как раз азиатов. Как я вам уже говорил, он очень популярен среди японцев, среди самих филиппинцев, естественно, корейцев, китайцев очень много. Ну и, в общем, у всех азиатов, у кого есть бабки. Музычка тут. Опа, ребятки, мы попали на шоу. Сейчас, подождите. Музыка звучит везде. Вообще филиппинцы очень любят музычку, и это отличительная черта как раз. Почему? Ну, они любят караоке, допустим. Оно распространено в азиатских странах, такие как Корея, Япония, Филиппины. Вообще караоке из каждой деревеньки звучит. Очень любят они петь, поэтому здесь тоже много лайфа, живой музычки. Везде она, поют красиво. Всяческие романтические песенки. Ну, как
кайф. Мне нравится, когда нация поет. И поет хорошо. Нам бы тоже так поучиться. Замечательно. Ну что ж, давайте я, может быть, немножко переведу камеру на другой формат. Сниму вам не себя, а от себя. Посмотрим с вами на людей, посмотрим с вами на кухни, посмотрим с вами на кафешки, пройдемся просто и увидим все собственными глазами. Смотрите сами, ребят, показываю вам все. Видите, какая толпа. Такое ощущение, что ты оказался в Китае, в час пик. Конечно же, ребят, тут есть и наши русские ребята, есть тут и много европейцев. Причем из разных стран, я с кем только не познакомился. Это из Кипра, из Швейцарии, из Италии, отовсюду. Ребята вообще со всего мира, не только с Европы, конечно, из Америки, есть из Австралии, ну и так далее. Очень много всякой американщины, кстати, здесь. Фастфуда немерено, этого отвратительного, то, что я не люблю. Кстати, мы можем пройти с вами. Смотреть ценники. Видите, стоит где-то 300-400 песо. Вообще дорого, ребята. Что хотел еще вам рассказать? Вообще дорого. На острове. Для меня лично дорого. Не знаю, как для вас. Может, для тех, кто привык тратить по несколько тысяч долларов за короткий свой промежуток отдыха, тому нормально, но здесь относительно, конечно, в сравнении с другими курортами, возможно, и не так дорого, но не знаю, для меня дорого, я считаю дорого, реально, Филиппины вообще, в общем, дорогие, в общем, и Боракай вообще еще и отличается отдельной дороговизной, так как это международный курорт. Очередная музычка, поехали. Очень красиво поет, конечно, ребят. Готовят тут прям, посмотрите, рыбку, мяско. Можно, короче, ребята, выбрать себе прям по душе еду. Для мясоедов, вот я думаю, что тут раздолье. Немножко расскажу про вегетарианскую кухню. Может быть, кого-то заинтересует, потому что я вегетарианец. Обычно я не сильно поднимаю эти вопросы, но так как сам придерживаюсь своего вида и образа питания, поэтому обычно люблю поделиться этой информацией. Насчет вегетарианства все плохо вообще. В общем, на Филиппинах и на Боракае не исключение. Найти что-то трудно, а если находите, то это дорого. Короче, все, что я не люблю, когда дорого и трудно найти, именно с вегетарианским питанием. Отстой в этом отношении. Поэтому, дорогие вегетарианцы, дорогие веганы, придется вам немножко здесь постараться и немножко опечалиться, наверное, так, опечалиться. Работают тут такие девочки с меню обычно стоят, мы их найдем, еще вам покажу, которые привлекают своим видом. Ну, это везде так.
видите, курсирует на второй станции вот такая огромная толпа постоянно. А вот там у нас пляж. Тоже там можно прогуляться, если вы не хотите в такой толпе идти около лотков, где вам предлагают постоянно купить что-нибудь или зайти куда-нибудь, то можете гулять по пляжу и там более спокойно. Вот. Поэтому, в принципе, я думаю, что всех должно устроить. Почему? Ну, потому что есть место все-таки, вот есть выбор, это хорошо, когда нет выбора, это плохо. Все-таки такие клубы. Зовут выпить. Алкоголь тоже здесь есть, кстати. Для тех, кто волнуется, что в Азии там нет алкоголя. Ну, Филиппины – это не мусульманская страна. Кто еще не знает с моих эфиров, это католическая. Христиане здесь живут в основном. Поэтому... Ну, алкоголь везде есть, доступный, спокойно можно купить для любителей. Конечно, я не пропагандирую. Боже мой. Вот, ребят, после путешествий ты привыкаешь к такой атмосфере релакса. Послушаем немножко. Пицца везде, вот возвращаясь к теме фастфуда, так как Филиппины были под Америкой, и они переняли и эту культуру, что я считаю не очень хорошо. Везде эти фастфудные, везде эти вредные, жирные, жареные куски непонятно чего. Но как бы, филиппинцам нравится, да, и европейцы, америкосы тоже привыкли к этому. Поэтому, в принципе, всем здесь по кайфу, но вы здесь можете найти, конечно же, нормальную еду и не питаться фастфудиком. Предлагают вот такие вот мужчины какие-то спа подозрительные. Ну-ка, что там за дискач? Вот такая охрана, такой дискач у нас. Там диджей. Для тех, кто любит такую атмосферку, с кальянчиком. В общем, как видите, раздолье. Раздолье всего. Есть, кстати, тут и буфеты. Что такое буфет, я думаю, вы должны понимать. Можете прийти на ужин или в обеденное время и заплатить стандартную цену, фиксированную цену, и выбрать себе из предложенных блюд, что вы хотите. Там обычно большое количество блюд, там и первое, и второе, и десерт, все есть, салатики. Так, очередная музычка, поехали. Достаточно добра
душные, веселые, открытые. Ну, это по кайфу, ребят, это нравится, я думаю, всем. Охранники, кстати, стоят. Я думаю, что это с новыми правилами введенными. Очень много охранников. Но они, кстати, ведут себя очень дружелюбно. Ну, просто дипломатично и открыто. Со всеми общаются, улыбаются. Никогда я не видел, чтобы какие-то конфликты были. То есть у них есть определенные приказы, нормы поведения. Это тоже хорошо. Девочки у нас сидят. Там тоже диджей есть. Неплохо. Вообще, если разбирается в музыке, вот то, что мне нравится, в Индии иногда на курортах каких-нибудь кафе, ну вообще не понимают, что ставить, какой-то набор трэша. Здесь же отличная музычка, и живая музыка клевая, и те, которые ставят диджей, тоже по кайфу. Давайте смотреть еще разные барухи. Наливают, выпивают. Тоже живая музыка везде, ну, ребятки, разве это не отлично? Я, например, любитель живой музыки, а это особые привиды, особая энергетика. Он предлагает массаж. Прям. Зазывает. Вот такие девочки работают на ресепшене. В элитном ресторане. Наверное, это элитный. Не знаю, но тут чувствуется, что дорого. Там, видите, буфетик. Вот, можно за 800 песо набрать себе, что хотите. Это, кстати, очень дорого, 800 песо, ужин, офигеть. У меня иногда за день уходит меньше, намного. Ну ладно. Пока не нам, таким бичарским путешественникам, кушать в таких заведениях. Пока мы будем выбирать что-нибудь подешевле, да попроще. Если бы найти еще здесь, я был бы вообще рад. Массажи. Предлагали как очередной массаж, как всегда. Вот будет у нас тут девочки. Очередная музычка. Очень знакомая. Где кто играет? Да. Вот там, далеко, высоко. Поем все вместе. Очередные девочки. Смущается камера, кстати. Видимо, не часто тут блогеры фоткают, хотя, мне кажется, они должны здесь вообще на каждом шагу быть, особенно на Баракае. Ну, немножко посвободнее стало. Фу, можно выдохнуть, ребята. Что-то я сегодня забыл микрофон подключить.
Поэтому, надеюсь, звук будет удовлетворительным. Есть здесь морожка везде, кстати. Можно зайти купить, набрать себе шарики или на палочке куча вот таких вот разных ларьков, разных брендов. Конечно же, ребят, тропики, остров, морожка расходится еще как. Ох, тихо, как хорошо. Вот, вот на самом деле, ребята, я не знаю, как вы, но я обожаю, когда немного людей вокруг, когда есть пространство, тишина, ты слушаешь природу, вот это все успокаивает. О. Музыка — это хорошо, но никогда уже излишком. Поэтому в таких условиях я обычно не провожу время долго. Для меня достаточно один день, два дня и все. Я стараюсь перебираться сразу в тишину. Ну, для вас, конечно же, я поснимаю это. И для любителей такого отдыха я, конечно же, пропагандирую разнообразный отдых и пропагандирую, когда вы можете прочувствовать страну, культуру и так далее. Вот, кстати, пожалуйста, такой буфетик. Супчик. Что это у нас тут? Мидии, макароны, овощи. В общем, ребята, на выбор. Вы можете выбрать. Это очень популярно. Я тоже люблю буфеты, но не за такую цену. Вот на Шри-Ланке буфетик был кайф. Там местная карри, очень дешевая, можно было набрать просто немерен, гору бесконечную, да еще она и, по сути, она не оканчивается, она безлимитная, за смешную цену. Здесь, ну, цены, конечно, очень дорогие. Ну, тут парк есть, можно полетать вот на такой штуке, видимо, ого. Всячки сувенирки, я не знаю, вам, ребят, показывать. Я думаю, это ширпотреб, этот никому не нужен, но я вам покажу все равно. Очки там, шапочки, кораблики какие-то. Вообще, кому он нужен, не пойму. Какие-то сувенирки, там, магнитики себе, я думаю, можно купить. А давайте скутера посмотрим. Мне скутер нравится такой. Это пицца. Пицца не нравится, а скутер нравится. Я бы на таком здесь гонял. С удовольствием. Ну и сейчас будем уже заканчивать, потому что тут, в принципе, конечно, можно в каждый бар заходить, смотреть, слушать каждую живую музыку, но я думаю, это уже неинтересно будет, поэтому закончим постепенно. Ну-ка послушаем. А, это была концовочка. Ну, такая вообще рок-н-ролл. Рок-н-ролл дело. Смотрите на меня. There's a story of my life. Итак, дорогие друзья, наше вечернее рандеву закончено. Прогулялись мы по Баракаю, посмотрели ночную жизнь. Ну и, в общем, будем постепенно закругляться с этим прекрасным островом. Здесь было интересно. Возможно, он подходит не для всех, допустим, для любителей более активного отдыха, более не туристического. Я бы посоветовал другие острова, конечно же, допустим, не думаю, что я здесь еще побываю когда-нибудь, только если с группой, так бы я не захотел отдыхать
просто на пляже. Но здесь все же есть много плюсов. Это и замечательная природа, действительно замечательная, чистая, красивая, прекрасный пляж, прекрасный, действительно прекрасный океан. Есть и разнообразие на этом острове, то есть можно посетить другие безлюдные пляжи, где вы можете отдохнуть в уединенной атмосфере. Также здесь активный отдых есть, ну, для человека, который, в принципе, не привередлив в этом, то, я думаю, развлекухи можно много найти. И кому-то скучно, конечно, становится от этого островка за пару дней, а кто-то и 10, и 20 дней говорит мало, но это разное мнение, я высказываю лишь свое. Конечно же, здесь, опять же говорю, много-много плюсов, остров действительно красивый. Если убрать огромные толпы людей, дорогие цены, то я думаю, что тогда он, я думаю, войдет в топ мой. Но, а так пока нет. Те же, допустим, Андаманские острова, ему, да и другим пока не переплюнуть. Ну что ж, с вами был Макс. Обязательно подписывайтесь на канал. Вас ждут еще другие эфиры с экзотических мест Азии и не только. Буду стараться вам показывать и рассказывать обо всем интересном. Увидимся еще не раз. Пока! Wake up where the skies are falling.